Первая рубрика – это немецкий язык, самая важная компетенция. Какой артикль у слова «Prüfung»? «Die Prüfung». И это верно абсолютно. Я надеялась, что тут не будет таких вопросов. Это немецкие, такие вопросы тут только и будут. Какой артикль у слова «Mädchen»? «Das». Абсолютно верно. Правильно. Das Mädchen. Идем дальше. Вопросы про Австрию. Сколько человек проживает в Вене на данный момент? По-моему, 1 900 000. На данный момент. Двоих подвезли сегодня. 2 000 000. Сейчас стукнуло 2 миллиона. Да, это абсолютно верно. Какой из перечисленных фактов неправильный? В Австрии можно... А. Пить воду из-под крана. Б. Кататься на велосипеде нетрезвым. И С. Разгон сфотографироваться с президентом. Б. Б. Кататься нетрезвым. Нельзя. Нельзя. Наверное. В Австрии. Да. Так небезопасно, наверное. Ну и это абсолютно правильно. Действительно, нельзя кататься пьяным на велосипеде. Всегда трезвым. Ну, точно можно пить из-под крана. Так. Мы все попили из-под крана уже. Вот третья неправда. А на самом деле можно. Потому что на День Австрии можно прийти в Хофбург и сказать: хочу сфоткаться с президентом. Вот. Вопросы про учебу. Как студенты благодарят преподавателя после окончания лекции? 3, 2, 1. Данки. Вот так, да. Какая учеба в техническом университете стоит дороже? Факультет? Машины БАУ? Или архитектурный факультет? Вообще, насколько я знаю, вообще образование в Австрии в одну цену везде. Вопрос с подвохом. Я думаю, что, скорее всего, на всех факультетах учиться одинаково 745 евро, если быть точным. Вот, я думаю, одинаково. У нас есть победитель! Yeah! Папа! Ура! До свидания!